В начале июля стартовала подготовка к новому сезону МХЛ у хоккеистов Тюменского легиона. Подопечные главного тренера Рустама Камалова без раскачки приступили к занятиям на обновленной ледовой площадке Дворца спорта. Учитывая, что несколько игроков легиона летом будут тренироваться в команде мастеров «Рубин», и к осени кто-то из них может вернуться в молодежку, в заявку на чемпионат МХЛ попадут далеко не все. Состав у нас 30 человек, это полевых игроков, и еще плюс 3-4 вратаря, которые будут также нам помогать и подключаться. Отпуск у молодых хоккеистов прошел по-разному. Например, защитник Дмитрий Галякберов успевал и тренироваться, и помогать бабушке в деревне, вместо клюшки орудуя вилами на сенокосе. Сначала трактор прокосит все поле, потом он соберет все в ряды. Потом ты вилами начинаешь все в кучки складывать. Потом тележка приезжает, собираешь, туда все закидываешь. С 12 по 24 июля Тюменский легион будет заниматься общей физической подготовкой вилутеровских.